Открыть новые таланты 21 ноября в Чебоксарах в рамках российской студенческой весны пройдет Всероссийский молодежный фестиваль авторской песни «Исполняй». Для многих студентов проект такого уровня может стать серьезным шагом в развитии творческой карьеры. «Исполняй» — это новый проект студвесны. В нем примут участие 50 вокалистов. Они исполнят песни собственного сочинения и продемонстрируют свое музыкальное творчество. Цель фестиваля — помочь начинающим вокалистам раскрыть свои таланты, получить опыт, а также обрести новую аудиторию поклонников. В фестивале намерены принять участие и наши исполнители. Вокальный дуэт «Калина» – студентки 4 курса Чувашского госуниверситета. В прошлом году дуэт стал призером всероссийского проекта «Универвидение». И сейчас вокалистки активно готовятся ко всероссийскому конкурсу «Исполняй». Жанр авторской песни, он непростой. Мы поем, много поем и берем композиции уже существующие. Но чтобы создать что-то новое, для этого нужно время, особое вдохновение. Ну и хочется, чтобы материал был качественным. Да, самое главное, чтобы он нравился нам, он понравился нашим слушателям, зрителям. И вот это была своего рода, наверное, наша визитная карточка.